Большой спортивный праздник провели на стадионе Балятина в Октябрьском. Турнир игровых видов спорта «Мы команда» посвятили Дню России. Перед началом спортивных состязаний приветственное слово от люберецких депутатов. Для детей подготовили соревнования по настольному теннису и масс-рестлингу. Для взрослых – пляжный волейбол, бадминтон и футбол. В матчах участвовали три команды. Победу одержало «Красное знамя».